Спелл жрец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И чё мне? Ну, спелл воин. Подождите. Ну, давайте думать. У паладина нету ничего. Это железно. У воина, может быть, будет. У воина есть Один. У воина есть рок-н-ролл черный горы. Ну, рок-н-ролл черный горы, ладно, это полная хрень. Изобретатель Бум, может быть. Хлебороб отстой, рокмастер вон, ну такое. Вообще, бум-босс Торгун, может быть, да? То есть, ну, как будто бы воин это самое, самое адекватное. У воина могут быть рифы. Хотя рифы, ну, тоже так. А что еще у воина может быть? У воина может быть оружие. У воина может быть... Блин, ну опять не собрать, к сожалению. Добычу, к сожалению, не собрать. Так. А как бы, если именно по легам смотреть, то воин это прям единственный вариант. Если конкретно по легам смотреть. Сильные латы. Но воины отстойные заклинания, к сожалению. Если только там мечтать какие-нибудь блоки щитом. Уехи. У паладина что может быть? Паладин, опять же, ну, у паладина очень плохие легендарные карты. Неинтересные, их вообще бессмысленно. Погнали, ладно, воин так воин. Ой! Поехали? Поехали? Так, ну хорошо. А чё, ну мадам лазал, ты тоже не это. Поехали, терпильную колоду. Но здесь как бы ничего нету. Давай огненную секиру. Секиры нормально терпеть. Ну, я думаю, что я кару возьму. Призывает первое блюдо. Когда она умирает, призывает существо из вашей колоды. Ну нет, не-не-не. Кару. Безмятежность. Ну, хорошо, давай безмятежность. Ревущее пламя легко. Сражайтесь за меня легко. Ограбление поезда легко. Протокол творения, здравствуйте. Ну, оберег малый алмаз. Ладно. О. Так, ограбление поезда уже, мне кажется, многовато. Мне лучше поток сумерек сейчас на лечение. Здравствуйте. Аккорд нормально. Блин, мне нужны еще ремувалы. Повторные толчки, окей. Здравствуйте. Кикве. Блин, ну давай оберег возьмем еще разочек. Двух существ с провокацией. Ну ладно, я возьму эту карту для того, чтобы не брать существ. Ну давай, сыроментали. Что делать-то? Да? В принципе. Так. Поздравляю, Михаил, тебя с регистрацией. Давай. Хорошо, взяли. Щедрый банкир. Давай щедрого банкира возьмем. Пылающее сердце, риф куплета. Риф куплета как будто бы поинтереснее. Давай. Мощный удар. Хорошо. Божественный кар, либо лучше святой водиться. Да, откидываться вначале. Гаечный ключ. Ну, я возьму гаечный ключ, чтобы, опять же, много существ, чтобы не было. Хорошо. Чай из Беладонны пойдет. Гибель. Легко. Ну, вихрь, конечно. Акупунктура это очень плохо. Да? Хиликотик. Отложенный товар, разумеется. Ну, я еще секиру возьму одну. Риф проигрыша. Отличная карта. Осечка, пылающее сердце. Ну, осечка, учитывая, что у меня нету существ, конечно, я возьму осечку. Ну,
Да, в принципе, хорошо. Ой, ну, кстати, ну ладно, давай еще одно, еще одно, еще одно. Ну чё, мы собрали колоду мечты? В скобочках 0-3, но как бы вот так она выглядит реально как колода мечты. У нас ровно 3 существа, то есть мы 100% всегда будем что-то брать, и при этом у нас существо... Подожди, а кто у нас еще третье существо? Вот существо. Вот существо. А, и Сарментай. Ну, Сарментай тоже нормально, кстати, брать. Да, и как бы каждое существо, ну, в принципе, можно брать. Да, мег терпильный колод. На самом деле, если сделаем 3 победы, я буду уже, наверное, рад. Потому что это будет веселые 3 победы. Не хватает контроль, не хватает АУЕшек. Пожалуй. Ну, в принципе, окей. Ладно, поехали. Поехали, поехали. Так. Перезагрузка чатика еще сделать? Топор оставим, это оставим. Сражайтесь за меня. Ну ладно, хорошо, тоже оставим. Сражайтесь за меня тоже как будто бы можно. Ну ладно, я из своей колоды буду брать протокол творения, значит. Он же не копию, к сожалению, берет. Не копию. Без сомнений, топор. Чем не могу помочь? Ты его только что взял? Нет, ты не только что его взял. Ничем не могу помочь. Я думаю, что мне нужно уехать взять. Все, давай так и сделаем. Так, 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 так. Где мои протоколы творения? Вопрос. Смотрите, я босса возьму раньше, чем первую. И полечи себя. Или существо свое полечи. Но это... Как будто бы похрен на меня. Да не, на это не похрен. Убирать нет, не хочу. Давай, я так сделаем. Шум. Блин, различных существ. Ну хотя ладно, Саременталь как будто бы там два будет существа. Семерка супер отстойная. Вот вместо семерок бы что-нибудь сейчас нормальное бы взять. Было бы здорово. Ну ладно, хорошо, еще сражайте за меня. За счет этой карты я разных существ буду получать. Ой, я, кстати, готов даже и взять сразу же, как будто бы. Блин, ладно, не готов. Ну что, сидим? Почему жреца Белка воин? Так двойная же арена. Пусть это цветение будет вечным. Хорошо. Я нашел морского ежа. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну вот, что существа, да, тут призывается. Ну это так все существа.
Хорошо, я готов, чтобы ты достал мне... Не знаю, что достал. Не знаю, что достать. Карта с первого хода. Ой, а, кстати, давай. Подожди, в смысле? Это ты... А, из руки... из руки противника. Он сидит такой, такой, в смысле? Так, и чё? А чё, почему так долго? Почему так долго такой сидит, смотрит на это? Блин, реально я его раньше всех достал, охренеть. Окей. Ну типа, он сейчас делает... Сейчас он делает. Красивый аву на Твиче сделаю, но попозже. Сделаю, но попозже. Да, здесь я, наверное, все же сражайтесь за меня, да, накинем на него потом. Завтра сделаю. Я с ней забуду вдруг. Теоретически могу забыть, но не должен. Не должен забыть. Так, хорошо, хорошо. Ну да, я сейчас сражайтесь за меня возьму. Ну это как будто бы я не хочу отдавать, кстати. Раз. Давай два. Пас. Ну, допустим. Это 7 у него сейчас будет, 3 мне недостаточно, да, мне так надо делать. Давай я так. Да ты, блин, конишь, что ли? Я не успел ни одного протокола, блин, сыграть, он, у меня уже все эти существа вышли. Ты че, вообще, что ли, прикалываешься? Как это понять-то? Охренеть, просто 3 мертвых протокола творения, ребят. Ну, потрясающе. Okay. Да, ладно. Ладно, ладно, ладно. У меня посерьезнее существо. Блин, и здесь у нее еще одна такая же. Хорошо, я тебя вот сейчас достану. Хреново, да? Угу. Ну, ладно, давай. Что тебе сделаем? Пожалуйста, только не 6-9. Хорошо. Окей, вот это здорово. Вот это здорово. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, шанс есть, ребят. Тротил пришел вовремя. Шанс есть. Да это отвали! Чел, отвали!
похуй, мы не даем ему восстановиться. Ну да, тот, конечно же, то, который сильнее. Тоже, конечно же, которая сильнее. Ничего, ничего, у меня оберег есть. Вся надежда на... Да, ладно. Как же ты заколебал, чел? Как же ты заколебал? Ключ. Луна, дай мне знак. Это кавер-версия. Он. Михаил Козлов поблагодарил Ишмахтерс за логалы при регистрации на Twitch. Надеюсь, пройдет. Челлендж шаман, все шамановское, плюс перегрузки. Ух. Ну, все шаманское, перегрузки подразумевается. Спасибо большое, Михаил, за донат. Запишем. Шаман, шаман. Блин, там же... Я, кстати, шамана уже сыграл. Я же забыл про шаман... Все шаман. Так, где? Шаман. Все шаман. Ты подожди, в смысле? Ты еще одного достал? О, ребят, как он заколебал. Ладно, хорошо. Хорошо, на. На. Давай. Хорошо. Неплохо сыграно. Так. Перезагрузка чатика. Неплохо сыграно. Ну, он, конечно, может сейчас мне резко все провокации достать. За семерку. Это хрень. Ничего не делает, кстати. Я победил. Ну, мы прям какого-то редчайшего бомжа, ребят, нашли. Вот прям редчайший бомж из всех бомжей. И вот мы его нашли, и мы его победили. Но, ладно, мне здесь как будто бы супер не везло. Да, 4 статуи у него было. И, ну, как бы, статуи это не хорош карт. У него их 4. Не, ну ладно, он одну, типа, взял с двойки моей. И плюс он очень классно разыграл четверочку. Ну, ладно, я даже это готов убрать. Это я оставлю, это я уберу. Хорошо, это я качаю. Можете, пожалуйста, протокол творения? Это же не трудно найти три протокола. Три протокола творения у меня. Три. Ну, кстати, ладно, у меня, если что, я могу и действительно бомбоса и двойкой возвращать. Мятежность. Ну, пока пас. Я не тороплюсь никуда. Монетка супер, как будто бы важна. Но.
Кстати, могу достать секиру, но не убивать, не бить его. Чтобы он опять его не достал. На халяву. Ну вот да, его убрать надо. Не, мне не особо нужна сечка. Отвар. Да не, отвар тоже нам не особо надо. А может и надо. Это очень плохо. Это было ошибкой. Да это непонятно. Как будто бы надо, как будто бы не особо надо. Как будто бы а зачем? Как будто бы мне монетка нужна для попозже. А здесь вот спокойно взял, убрал. Как бы если бы у меня была бы четверка и еще одна четверка, да, две четверки, тогда ну как будто бы действительно неплохо. Какой-то темп хотя бы небольшой промежуток игры взять. А здесь как будто бы мне... Другая карта нужна. Так, а слева табличка должна быть на стриме? Давно просто чат не видно, вверх его брать на 10 сантиметров вверх. Табличка. А, ну ты имеешь... Да подожди, сейчас. Ну я по идее можно отключать, ну типа карты, да, которая? Да, по идее ее можно отключить. Короче, ну ладно, хорошо, давай сначала так сделаем. Мизер нормальный персонаж. Десятка, кстати, тоже ничего. Десятку воскрешать, все хорошо будет. Изер тоже неплохо воскрешать. Ладно, давай десятку лучше возьму. Как будто бы десятка интересней. Как будто бы десятка лучше. По идее, там ее как-то можно убрать. Или подожди, или это если с компьютера, то ее, по идее, вообще можно зажать, передвинуть или что-то такое. Можно, пожалуйста, протокол творения уже взять? Можно? Can I please? Can I? Четверка какао уеха. Так. Давай я лучше так сделаю. Ну, кстати, как будто бы неплохо. Давай вообще вот так сделаем. Хорошо. Блин, я не знаю. Ну там, по-моему, там что-то можно сделать. Я не помню, что там, что там делается. Ну, как бы да. Но с другой стороны, как бы и у меня что сейчас выходит? Персонаж. Можно яд как бы убрать. Тебя можно убрать. Блин. Ну как бы... Подожди, а ты откуда ее взял-то? Из домушницы. Понял. Приветствую тебя. Да здравствуй, здравствуй. Благословляю тебя.
Ты можешь передать ход? Ну давай. Ну так давай. Давай. В моей руке слишком много карт. Хорошо. Вы будете в шоке, но я хочу протокол творения. Очень бы хотелось мне. Очень бы хотелось бы. Так а чё ты, подожди, ты же ничего не можешь сделать с рэкетом. Ну ничего ты не можешь сделать. Ты же не засалансишь его никак. Ну, захексовать, конечно, ты можешь. Нет, ладно, хорошо. Мы увернулись, ребята, от твоей хекса. Увернулись. Походу, была ошибка. Кто знает. Так, ладно, давай. Значит, что я хочу? Что я, собственно, хочу? Я хочу, блин, протокол творения. Можно? Блин, такое ощущение, что я даже хочу больше, в первую очередь, элементаль достать. Элементаля. Чтобы вот воскрешать. Да как ты заколебала эта карта? Как же ты заколебала? О, уже четырех могу это. О, уже четырех могу воскресить. Да реально, как будто бы с Эрментали больше хочется изначально. Чтобы воскрешать их. Три протокола творения. Не могу. В стартовой руке бы, блин, оставлял. Не могу вообще ни одного найти. Охренеть. Адекватные? Как по мне, ни хрена. Пускай сын. Редкостная хрень какая-то. Ладно, поехали, давай. Давай. Давай, нормальную мне карту. А, у тебя Виндфьюри? Я типа Виндфьюри вообще никак нельзя мне это. Ну да, типа Виндфьюри я никак не могу. О, ребят! Ну, восьмой вот я его достал. Ну, достал на восьмой вот. А чего теперь делать? 12, 16. Луна, дай мне знак. Крисос. Так если я его достану, а что толк? Толк не будет. Меня на типа на следующий ход убьет. Как же это плохо? Или я все, я убиваю, меня убивает он уже? 6. Ну ладно, он меня и так убивает, походу.
Но это супер плохо. Это просто супер плохо. Настолько плохой заход, что невозможно. Ну ладно, хорошо. Один был первая игра был супер плохой заход, вторая игра супер плохой заход. Ну, мне же должно сейчас более-менее нормально начать заходить. Или котик. Да-да. Понимаю. Просто все карты бесполезные, не нужные мне сейчас. Все. Ты единый. Продолжаем. Так, пас. Оставим. Или не будем оставлять. Ну, блин, как будто бы надо оставить на всякий случай. Шаман там, да, может быть, действительно какой-то агрессивный. Топор пойдет. Ну как бы старт нормальный, но мне нужен протокол. Это я, наверное, как-нибудь проигнорирую. Можно, пожалуйста, протоколы? Пишу. Времени мало. Ну, как бы я могу сарименталь доставать. Это больше желательно как лечение, чем... Ладно, здесь я, наверное, игнорирую это все дело. Даже это полезно не могу сделать. Все, давай пас. Просто избавлюсь от карты. Можно, пожалуйста, мне протокол чертова творения? Когда, что там, когда уничтожается ваше оружие? Ну, хрен с тобой, давай так уберу. Можно, пожалуйста, можно протокол... Ну, кстати, ладно, вот это хорошая карта. Типа две карты отдать мне не хочется. Нет. Хорошо, давай. Пока сидим. На такое. Можно? Пожалуйста. Протокол творения. Очень хочется, пожалуйста. Эта игра меня вообще троллит, ребят. Ну, она реально меня троллит. Ну, серьезно. Как?
Это просто третью игру, я не могу достать ни один протокол раньше, блин, существ. Что это за гон? Так, хорошо, я, кстати, могу Рагнароса стащить. Как будто бы мне сейчас время тебя играть. Хорошо. Хорошо, давай так. Ух, ну ладно, я могу полечиться. Да? А, ты даже так делаешь. Ой, я вообще ноль проблем, да-да. Я вообще ноль проблем, дружище. Я честно скажу, вообще ноль проблем. Можешь, пожалуйста, протокол творения уже? Возьми. Мне... Нацкарт уже остается. Веселье никогда не кончается. Это ты хочешь убить свое существо? Не, это нормально свое существо-то убивать. Уважительно. Мне нравится, когда своих существ убирают. Yeah. Ура! Ура! Протокол творения! Ура! Сейчас бум-босс, ребят, сразу зайдет. Смотрите, смотрите. Сейчас просто первой же карты зайдет он. Следующий же. Масло, как скажешь. Ну хорошо. Ну мне как будто бы надо сейчас полечиться. Да? Сейчас я наберу и буду вообще максимум облечусь. Облечусь по максимуму, ребят. Так это работает. Давай. Раз. Два. Три. Еще разочек. Готов. Лечение, кстати, тоже так себе, не особо много у меня. Мяти воздух. Ну, типа, 3-2 надо, да, делать. По всей видимости. 3-2. Ну такое.
Ой, Васечка. 3-2. О, это лучше. Я как будто бы уже хочу сейчас хотя бы одного-то достать. Давай. 9 карт. Это нехорошо. Подожди, если ты меня убиваешь его, у меня вообще ноль проблем. Это настолько плохо, дружище. Это настолько плохо, что даже я не знаю. Это прям ужасно. Это настолько, это прям ужасно. Это мега ужасно. Это мега ужасно. Ну давай, я так сделаю. Может, он еще решит убить меня 7-7? Давай, убей его. Боже, какой же он этот? Какой же он бездарь, ребят? Прекратил, бах. О, нормально. О, давай, стратил. Да, кайфово, кайфово. Возможно, он мне поддается, ребят. Я не могу объяснить, зачем он это делает. Блин. Либо он просто меня говорит, да я тебя и так выиграю. Тоже вариант. Это тоже вариант, ребят. Хорошо. Бах, тратил. Еще тратил. Еще тратил. Еще тратил. Ура! Ура! Мы сделали это, мы сделали это. Все, можно, в общем-то, больше не надеяться, что мы еще что-то выиграем. Да. Да ладно. Ну да, вот эта колода, она забавная, но тут писец. Вот чуть-чуть бы карт поменять. На какое-то выживание, на какое-то. На какие-то ауехи хорошие, а не множество просто бесполезных. Бесполезной ерунды. Вот. Протокол творения, ребят, старт в руки. Как будто бы даже и грейдить особо не надо. Но я загрежу. Как будто бы не надо, но я загрежу. Пусть боль говорит за меня. Окей. Хорошо. Типа 1-4 меня не сильно беспокоит. Сидим чисто чилим.
Вообще не напрягаемся. Так, ну ладно, здесь я должен его убрать. А, кстати, подожди. Заход второй. Ну, типа, я могу его убить. И он тоже умрет. Хорошо, убрал. Так, следующий ход нормальный бы какой-нибудь. Вот, а потом как бы я могу через монетку бумбоса достать. И уже как бы игра, она будет такая приятная. Секретик. Хорошо. А контерспелл какой-нибудь, ну ладно. Я, кстати, возможно, четверку, 2-4 сейчас просто достану отсюда, чтобы его сразу достать, что-то своровать у него. Вот. Такой план. Это не мой основной аккаунт, ребят. И все. Тут уже тут сразу автоматом противники. Насколько хуже, слабее. Щупальце. Давай щупальце свое дело. Ну, сейчас я могу так и сделать. Ладно, хорошо, давай я так сделаю сначала. Ничем не могу помочь. Пускай. Ладно, пас. По факту хрень, конечно, у меня получилось. Лучше бы я сделал просто безмятежность броню сейчас. Но я типа просто я боялся, что там будет какой-то контрспелл. Это качественно, дружище. Восхитительно. Это качественно. Это прям нормально. Ну, хрен с тобой. Даже если там будет контрспелл, ничего страшного. Если там, опять же, убийство, да и... Ой, тут 6 урона, и вообще наплевать. Угу. Так я играю всегда на этом аккаунте. Просто, видимо, я не знаю уже. Тут какие-то поплавы максимальные у ребят. А, это да, это прекрасно, это прекрасно. Согласен, дружище, это прекрасно. Это прекрасно. Ну давай, кто кого? А, и побольше. Ну, он, конечно, может сейчас своего достать. А, ничего страшного. Ничего, нормально. Я буду рад, если достанет. Да. Что там не хочу разлить делать? В лицо. Окей. Кстати, как будто бы даже неплохой ход. Как будто бы даже, ребят. Раз. Два. Три. Хорошо. Неплохо. Минус синтез. Так. Ну чё мне? Хотя можно было бы скопировать вообще. Ладно.
Ну, сейчас что-нибудь, наверное, петроглифом будем. Хорошо. Ну, как будто бы я так хочу. Или тебя я хочу. Не, давай тебя я хочу. Сидим. Нормально. Так, ну если протокол творения-то мы можем найти. Это я могу семерки спокойно убрать. Как мне нанести удар? Вот. Пойдет, пойдет. Ну, видимо, надо так это убивать. Не, могу, в принципе, с элементали сейчас сделать какого-нибудь. С элементали. Пускай он думает, что с ним делать пока что. Хрен знает. Ну, можно так просто. Ну, так. Себя полечить потом. Не, ладно, давай с элементально становится. Да, вот эта карта, это, скорее всего, лечение. В большинстве случаев. Как не забавно, у меня в колоде карт больше на ну хотя ладно, нет, я хотел сказать, что ровно 3 тротила, но у меня же тротила это тоже еще 3 есть. Найс кидаешь, дружище. Блин, как же плохо, как же он, ребят, плох. Этот нормально забрать. Я был сфокусирован на этой задаче, ребят. Видимо. Давай. Чуть-чуть уберу. Или вообще-то, или просто так убрать. Это существо будет готово атаковать через ход. Ну, я не думаю, что мне нужно его копировать. Давай. Перестратил. Это, кстати, не монетки уничтожились. Не, монетки уничтожились. Самое кайфовое, если я сейчас протокол творения найду. Как же это будет великолепно. Но я просто могу разменять. Тебя достать. Так, чисто побаловаться. Могу скопировать. Но скопировать, наверное, не. Хорошо. Ой, как ты не вовремя, так стая. Ой, как ты не вовремя, так стая. Ой, как ты не вовремя, то да иди ты на серьёзно, ты вообще гонишь, что ли? Охренеть. Ну ладно, давай я так сделаем.
Ну, монетку уничтожил. Ну, зато это нормальный, вот этот нормальный корпус уничтожил, да. Это мне нравится. Или, подожди, или не уничтожил монетку. Возможно, не уничтожил. Так, ну, у меня есть еще существо, как бы. Мне нормально. Хорошо. Хорошо. Ничем не могу помочь. Ликвидацию взял. А это мне уже, ну, типа, нет смысла его играть, потому что у него больше не осталось заклинаний в колоде. А я лучше из своей достану. На берег какой-нибудь. Или сражайтесь там за меня, что-нибудь такое. Сражайтесь за меня, наверное, даст это. Ну, выглядит так, что я выиграл здесь. Обращу ваше внимание, ребят. Ничем не могу помочь. А, давай я сразу, ладно, так возьму. Отказ. За Элуну. Хорошо. Я уже готов бить ему в лицо, потому что... Ничего нет. Угу. Че ты мне хочешь показать? Я готов тебя, кстати, взять. Готов забрать его. Монетка. Три карты он сделал. Четыре карты он сделал. Хорошо. Четыре карты. У меня здесь 8 карт. Десять, у него 16, да, в общей сложности. Теперь я могу сделать... Так, это у него останется 12. Не, не, подожди, у него же 16, останется 14. Не, мне проще просто вот так. Четыре карты, да, хорошо. Ну давай. Тебя возьму, тебя уберу. Все. Я, скорее всего, не смогу ничего более сильного скопировать у него, чем вот я сейчас скопировал. Поэтому я это и сделал. Вот. Так, сколько у меня заклинаний-то? О, здравствуй. У меня не осталось карт. Ой, здравствуй. Две карты, ребят. Что ты будешь делать? Одна на первый ход карта. Сбиваем, ребят, бомжей. Ну, как бы три победы сделали, я уже счастлив, на самом деле. Тиранда и Утар. Я буду сражаться с честью. Элуна, даруй мне силу. Ну, кстати, как будто бы окей, рука. Ну, то есть, протокол творения, да, конечно, хочется, но...
Ладно. В первую очередь, я ищу то, чем можно отбиваться. Ну, можно было бы закрыть, ну ладно. Беру дело в твои руки. Не, сначала я делаю вот такое лучше. Дай луну. Хорошо. Наверное, раз-два я сейчас буду делать. Вот. Ладно, давай даже так сделаю. Я сэкономлю себе больше здоровья. Караешь, покарай. Блин, это на самом деле неплохо бы сейчас достать. Ладно, пускай будет так пока что. Что, я пока что сижу. Пока сижу. Сделаю так. Жалко, да, конечно, да. О, что делать? Сейчас как-нибудь тройку-двойку. Вот. Что? Это мне все равно. Да, придется достать тебя, наверное. Хорошо, 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 хорошо. Окей. Ну, гейн заклинаний надо у него, наверное, чуть-чуть подтырить. Блин, проблема, что он, если сейчас ударится, то там будет большие уже как бы характеристики, и хрен его знает, что мне с ним делать. Окей. Что здесь плохо? Блин. Блин, блин. Хорошо. Хорошо, давай так. Ну, как бы его могу достать, потом я оберег могу достать, да, и как бы это такое напряжное для него будет. Найс. Найс, в никуда, минус 3-3, в никуда. Хорошо. Хорошо, ребят. Да,
Давай. Так, ну отъехать теоретически, конечно, могу. Ну ладно, я опять же, я сделал все, что мог для того, чтобы сейчас как-то что-то как-то где-то. Блин. Ну типа единица будет ее труп. Бэймит, чел. Вау. Ну да, ну здесь супер не хватает, конечно. С оружием не получается, ну как бы тяжело выживать. Оружие не очень хорошо подходит для того, чтобы контроль вот такой вот играть. Что здоровье свое отдаешь? Так, окей. Это я оставлю. Дело сделано. Ничего страшного. Я четверку это сейчас зачищу сейчас. Два три го. Очень возможно, что я сейчас протокол творения просто сделаю для того, чтобы своровать у нее заклинание какое-то. Если ничего не смогу сделать еще, то да, я буду так делать. Просто вот так вот. Ничем не могу помочь. Ой, о, да. Да, это именно то, что я хочу. Ну, тут много всяких разных вариантов могут быть. Давай так. Так, ну что, сейчас ход. Как-нибудь я что-нибудь просто отобьюсь. Вот. И потом первая восьмерка. Как бы достать две восьмерки, у меня как бы уже все хорошо. Нормально. Бери карту. Я не против. Хорошо. Я себя очень неплохо чувствую сейчас. Так, 14 карт. Очень странно начинать ход, когда у тебя так много карт с раскопки. Писец, это странно начинать.
Это самое вообще прекрасное, что я... У меня вообще все есть, все нормально. Скопировать тройку аккордом. Но теоретически, кстати, можно. Уже не получится. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Хорошо. Восемь один сейчас будет. Блин, тем всем это неприятно. Всем это что-то тумач какой-то. Блин. Ладно, хорошо. Вдруг бомба? Нет. Ладно. Есть небольшая... Ну ладно, хорошо, я его могу... О, я могу отсюда четверку сейчас достать. Моя задача достать четверку, которая типа всех убивает... Вот этих убивает. Ну или просто его забрать, тоже нормально. Ну да. Давай. Хорошо. А если ты бьешься так и не восстанавливаешь здоровье, я уже себя чувствую хорошо. Я уже как будто бы все наплевать. А, ладно, божественно. Блин. Ай. 11. Охренеть. Блин. ГГРБП. Я проиграл, ребят. Ну, ладно, у меня 11 убрать его. Только его убрать, если... Ничем не могу помочь. А, я могу, я хорошо, я могу его, я по-любому могу его убрать. Сделать вот так вот. У меня сердце сверит. Так тоже можно. Давай. О. Да, я хрень сделал, что я скопировал, типа, ну хотя ладно. Я труп. Ну да, ну, кстати, возможно, что я мог здесь, да, даже выиграть. Но, блин, ну это слишком все тяжело. Очень много карт, которые прям ничего не делают. Но прикольно было. Было прикольно.